Продолжаем. В общем, кстати, ошибку одну допускаю постоянно. Ну как постоянно? Уже решил ее исправлять понемногу. Запись вырубаю, а потом уже после стрима решаюсь, в общем-то, загрузить все записи. А по итогу из-за того, что ты сразу все грузишь, то у тебя YouTube сразу это все не может загрузить нормально. Лучше сразу записал, загрузил. Там отдача какая, какие-то проблемы с ней. В общем, надо сразу это дело делать. Так, Сабелян и Гневион. Не, ну слушайте, по виду вашему дракончик и дракон. Пока что, сравнительно. Не теряй бдительности. А, этот с гривой какой-то. Или что это за чешуя такая? У этого нету. Ну, сейчас интересно будет глянуть на это дело. Ты хочешь что-то обсудить? Возрождение веры. Ну, мне должны ножки дать. Может, мультик сейчас покажут нам. Видите, с последователем Гневиона. Последователем? С Абелианом, что ли? Или он не его последователь? А, с последователями. Что они думают об этом? С левой и правой? В смысле левой и правой? Добро пожаловать на дорогу. Левая и правая. Вы что, угораете, что ли? Ладно. Если ты по делу, выпивка тут могла быть и получше, хотя вид отменный. Что ты скажешь о Гневионе? Гневион умеет принимать непростые решения во имя всеобщего блага. Это может не каждый. Да, он освободил Гороша, но война была нужна. Когда пришел Легион, мы были готовы. Короче, Гневиону тут доверяют, нормально. Ого, отлагало. А-а-а, у меня сообщение от... Ё-моё. У меня спустя 20 минут времени, чтобы вы понимали, сейчас написали глайдер и буква по сообщению, и у меня появился целый чат. Походу, YouTube реально лагал. У меня это все это время лагало. Щеглы, Наро, Найкрос, Кионекс. Ирасик умер 32-й левел палом на ХК, упал. Крепись, Кионекс. Ирасик бот, считаю, медленно гонит. Почему Гневион выглядит как... Понятно, все с Коржиком. Приказалик, ну здорово, здорово. Вы мне чат, ребят, починили. И ваши сообщения прогрузились, и все. Прикольно. С глайдером и буковкой. А мне чат лагал. Может быть, и у этого отлагает сейчас. Какой онлайн на сервере тут? Тут я играю на официалке. Вот какой онлайн, я без понятия на официалке. На сервере все понятно, а вот на офи без понятия. Единственная проблема это то, что чат не грузится минут 5. А уже по... уже видно? Короче, это всеобщая проблема. Я понял. Так, ну я тогда допишу название. Что? YouTube лагает. То есть у одного не лагает, у второго YouTube лагает, допустим. YouTube лагает, все хорошо. Да у меня каждый день такое. Хм. Ну, меня прям сейчас прогрузило. Как теловщица Кавия. Я никогда прежде не брала пленных, но времена меняются, мы вместе с ними. Вот он так. Он делает то, что должен. Не честь помогла одолеть Ша или избавить мир от безумных драконов, а Гневион. Вот так вот. Прийти, расспросить последователей, знаете, вот так вот. Набраться веры, так сказать, в этом деле и погнал. Последователь, если есть, то все. Можно творить что угодно. Если есть поддержка. Так, это что такое? Тебя надо расспросить? Давить тебя милость аспекта. Что думаешь о Гневионе? Сомнительные средства. Гневион всегда добивается результатов. Он всеми силами защищает жителей Азерота от серьезных угроз. Ну вот, как бы. Последователи Гневиона, они такие. А сейчас к Сабелиану придем расспросим, что они о нем думают. Должно быть, кстати, то же самое. Я должен был вернуться. Поговорите с Архивариусом Эдрес. А, то есть те же самые левые и правые. На офисе Ру и его аккаунты вместе, так что много людей. Но если разлить сера, то Ру прям мертвая. Понял. Вот такс. А ну-ка. Сабелиан преуспел там, где не справился даже аспект. Несмотря на безумие Смертокрыла и натиск Гронов, он и его сородичи выжили и помогли нам многого добиться. Mm-hmm. Ну кто будет на эдаком престоле, это уже больше как...
Больше, наверное, народ выбирает, хотя фиг знает. Может быть, и те, то, что им просто пофигу. Если у них борьбы не будет. Мы несем суровое. Хороший лидер, как добротный меч. Он должен быть крепок, гармоничен и самой чистой пробы. Гневион хорош, но подобен незакаленному клинку. Сабелян другое дело. Как раз такой лидер нам нужен. Ну, сравнивают малыша и крепкого такого парня. Сабелян сплотил нас за пределье. Он спас нас не только от смерти, но и от порчи. Ну и от порчи. А этот целый мир спасал, правильно? Не один народ, а целый мир. Разница имеется? Хотя фиг знает. О Сабеляне только сейчас узнаем. Хотя опять же, за Гневиона даже не шарю. Гневион, черт, его нельзя на трон базаре. Понял. Законный наследник. А это кто? Претендент на трон и законный наследник? Ты ведь поддерживаешь мое право, Ярасик. Не делай того, чего я бы не делал. Хорошо, два квеста я сделал, допустим. А, у Сабеляна квест появляется. Так, а это, кстати, интересно. Теперь, когда камню клятвы возвращена энергия, мы должны перенести наших потомков в омут жизни. Эти воды должны быть доступны для всех истинных драконов. Увы, мы выдали себя, и наши враги будут зорко следить за небесами. Последний отрезок пути мы продлеваем пешком, чтобы скрыться от их взглядов. Найди меня возле обсидианового бастиона, пробудительница. Я буду рад, если ты присоединишься ко мне от имени хранительницы жизни. Ну и запястья мне какие-то там дадут. Я прослежу за этими яйцами до самого конца. Ты не будешь говорить с Алекстразой с глазу на глаз. Интересная ситуация что-то происходит. Суеты решили навести, представьте себе. Чатик, можешь туда должить голды? Попрошайка, уже сходи на фарме голду. Так, мне нужно поговорить... Оседлайте дракона. Какого дракона мне надо оседлать? Где он находится? Этот самый дракон. Не, ну вообще я сам могу, конечно, туда лететь, но... На драконе было бы прикольнее, конечно. Ну ладно, сами туда и долетим, раз такое дело. Полетели уже. Быстрее атак будет немного. Я с разрабами сирусят. Они тебя без голды оставляют? Разрабы сирусят. Какие нехорошие ребята, а? Такс. А мне куда? Ну вот сюда я пришел. С Беляном поговорить. Говори. Можем выдвигаться, пробудительность. Если разделимся, возвращайся вот сюда, здесь мы слетимся снова. Тени прошлого на пошли. Не держись ближе. Нельзя, чтобы с повозкой или грузом что-нибудь случилось. Наследник, претендент. Почему мы вообще едем в этой нелепой повозке? Это мучительно медленно. Враги ищут нас. А мы не можем сражаться с ними, пока перевозим яйца. Лучше притвориться смертными. Тогда нас не заметят. Если тебе слишком скучно спасать свой народ, можешь идти. Хоть в тишине побуду. Разговорщики, мальчики. Ага. А вы кто такие? Это что, грабители? Ага. Нелепые грабители. На кого вы напали, мальчишки? Вы что, угораете, что ли? На претендента, наследника. И на этого. И на героя, фрики. Говоришь, не заметят? Тихо. Серега, скорость передвижения 10-16%. Сколько будет под аурой коня? Ну, наверное, сколько? 10-56. Ну, 260 примерно. Как за нас делают всю грязную работу. Чтобы враг понял, кто мы на самом деле? Исключено. Сиди на месте, защищай повозку. А сами вы драться не будете, да? Только Ярасик все должен делать, естественно. Сами слишком слабенькие. Щиток какой-то наложили. Типа не палятся. Но щиток навесят. Обязательно. Не палятся они. Это уже смешно. Сколько еще врагов мы случайно встретим, прежде чем ты поймешь, что задумка не удалась? Встанем на крыло и покончим с этим. Довольно ерзать. Если нас и раскроют, то только из-за твоей нетерпеливости. Нужно подойти. Ух, шатифрики. Почему
сдвинуться с места. Вот раскроют их, и что дальше? Они такие слабые, что их победят? Я чуть не понимаю, кого они именно боятся? Эти два фрика. Два, три, два, но скорость 240. А должно быть вообще 260. Ну ладно. Ну наконец-то. Я уж забеспокоился, что яйца проклюнутся быстрее, чем мы доберемся. Ох, титаны. Дайте мне сил. Опа. Конец вашему роду, ничтожество. Итак, ты собираешься вести наш народ? Может, теперь другие увидят, чего ты... Ох уж эти детеныши. А что до тебя? Встретимся у омутов в жизни. Ох, фрикство, а. Ладно, полетели. У каждого свои методы. Один, кстати, метод все-таки не сработал с обезьяны этого. Ты хочешь о чем? Нерабочий метод. Повозку-то сломали, братишка. Купи новую теперь. Я... По их формуле должно быть 259.2. Что это значит, Сабелиан? Где я? Ну, 260. Ну, повозка сломалась. Попытайся объяснить, как твой вздорный замысел загубил будущее целого драконьего семейства. Прости, если произошло недопонимание, хранительница жизни. Но страхи о нашем вымирании ничем не обоснованы. Яйца всегда были в безопасности. Повозка и мое присутствие отвлекали наших врагов, чтобы позволить выводку незаметно перемещаться. Я тысячелетиями стремлюсь вернуть величие нашему роду. Мои драконы и я присягаем тебе. Что ты такое? Мы с радостью примем здесь будущих дракончиков, Сабелиан. Но тебе оказывать почести не обязаны. Я прослежу, чтобы о яйцах позаботились. Но в ваши перепалки вмешиваться не стану. Это дело черных драконов, а не красных. А это прикольно придумано. Хорош. Отвлекал внимание. Умом реально. Так, а я не понял, почему черные драконы поклоняются красным драконам? Типа, что здесь в этой игре? Раса красных драконов превобладает над всеми? Самое главное... Якобы считается. Что это за поклоны сейчас были? Я не понял. Сюжета, конечно же, не знаю. Ну ладно, поехали. Сколько купил? Я ничего не покупал. Подкаст. Кто позаботится о яйцах? Херасика. Вагон легенда. Дракониха позаботится о яйцах. Внутренний перфекционизм негодует. Понял. Помогите матушке Элеон привести в омут в порядок. Это омут? Подметите упавшие листья. Я вам что, слуга что ли? Куда их вести? Вырвите что-то. А можно? А, ладно. Допустим. Хорошо. Чем-то огород мне напоминает, если честно. Огород на этом, на панде. Убери то, убери сё. Сорнячки подбери. Острова пробудились. Отполируйте доспехи. Я вам что, слуга реально? Что за дело? С хорошими вестями. Не смотри на успит, и все твои проблемы решатся. Пусть хостап... На профи опять работает. Я верю, фрик, короче. Яйца вернутся. Яйца вернутся, ну-ну. Сами по себе такие притопают яйца. Потопали. Все, присели, отлично. Ой. Алекстраза, королева драконов. А, драконов, а не красных драконов. Так ты королева красного рода же. Или королева всех драконов. Алекстраза. Береги, ну хорошо. Допустим, клинику мне, кстати, выдали. Место 219 надо поставить обязательно ее. Так, я готова, задание. Наконец мы снова обрели новое поколение этого рода.
Малыши будут расти вместе с другими драконами. Прошли времена, когда омуты жизни пустовали. И теперь они хранят наше будущее. Воистину, мой род выполнил свое предназначение. Я позабочусь, чтобы яйца были окружены защитой, чтобы из них вылупились сильные и мудрые драконы. А почему через инкубатор? Почему не сама села высиживать яйца? Какая-то неправильная дракониха. Кто бы посмотрел, плюс в чат. Красные самые первые сильнейшие, чем другие расы. Самое главное. Понял. Херасик, не яйца. Их в инкубатор уже поместили. Говорят, я позабочусь о яйцах. Поставил микроволновку, сейчас разогреется, подожди. Так, что там яичница готова? Все, поехали. Легенды, реально. А потом покушать. Братишка, покушать принес. Нужно пробудить еще 3, если мы хотим вернуть себе силы аспектов и остановить Рошагет. Ты касцены смотришь? Ты за 10 лет в сюжете, наверное, не разобрался. Тут ДФ. А чё? Картинки прикольные посмотреть. Чё нет? Там кто-то с кем-то дерутся, воюют драконы с наследниками, с принцами. Давай посмотрим, чё нет-то. Чё теряем? Что, я в рейд позже пойду? Да и фиг с ним рейдом. Доберусь до рейда ещё. Полетели. Я же не собираюсь сидеть фармить тут рейд. Хотя если разными персами... Может быть, даже в разных сложностях, то можно и подумать, конечно. Сходить там разочек-два. Вау, картинки. Они самые, да. Картиночки. Здорово, посланник Таураза. Во славу драконов. Ух ты ж. Два квеста даже. Все отнеси этот цветок кентаврам, как знак добрых намерений. Его целебная сила им пригодится. Цветок кентаврам? Какой цветок? Ты мне цветок дал в инвентаре? Молодец. Кстати, полетка не изучена. Давай изучим. Чё себе полетки? Интересно довольно, они изучаются сейчас. Деньги, кстати, не берут за то, что ты на полете летишь. Это что? Пофиг. Полетели отсюда. Если я его посмотрел, если бы они на Воталке, кстати, были бы эти сценки, можно было бы и глянуть, возможно даже. Кто знает. Стоять! Ты вторгаешься в земли Марук. Марук? Я тебе не нянька. Не нянька? Ну, тут нянек я заметил нету. И нянька, которая инкубатором только нянчится. Помогают преследовать прото-драконов. Сейчас посмотрим, чего ты стоишь. Лянь, ты что, дурная? Ты на кого напасть решила? Говори громче. Мать, тебя все дома. Ты точно дракон? Наконец-то. Подожди, пылающий протодракон. Ты с кем? Ты его... Ты же мне помочь? Ну что? Ты ждешь, пока этого 400 тысяч хп протодракона завалю, ну да? Не, ну как бы ладно. Хорошо, допустим. Поехали. Ну, типа, почему бы и нет, действительно, да? Оп.
Сейчас за инсеграции как долбанем немножко. Не, ну ладно, его там лупят неплохо мобы, на самом деле, помогают, так сказать, с делами этими. Зарядить посильнее немножко. Хорошо, отлично. Зарядили. А, это все было? Ну тогда нормально. Кстати, какой-то двойной прыжок тут, как будто бы. Выкладывай. Как у... Выкладывай. А что тут выкладывать-то? Одноручка, которая статов меньше? Типа намек на левую руку? Ну ладно. Хан сейчас на заставе неподалек. Иди этим путем. Дыха лучше. Мейнстримом пользуется, в общем-то. Здравствуйте. Как ваши делишки? Репутация кентавров. Песик. Ты кто? Палку вытянул бы из песику больно. Убери палку свою. Минотавр, я тебе сейчас лицо потрогаю чисто. А ты подойди ближе. Я Хан Сансок, глава клана Шикар. Расскажи мне, что тебе нужно. Песика, освободи, там над ним издеваются. Геозона вот это вот все. Гринпис жалуется. Вон плачет. Ненормальное. Скоро мы отправимся на Хурал. На Хурал, на Хурал. Интересная механика боя у драконидов. Бегать, моменталки кидать. Иногда что-то накастовывать. Говорят, на Хурал прибудет представитель зеленых драконов. Ты можешь пойти туда с нами, но тебе потребуется оказать клану помощь. Говорят, на Хурал прибудет представитель зеленых драконов. Ты можешь пойти туда с нами, но тебе придется за помощью. Урал? Урал, куда? А? Сверток шкурок. Песика жалко. Так вот, для чего вы их держите, ах вы морды, конечно. Я стану величайшим охотником, какого знал этот клан. Как твои дела? Ну-ну, ору. Ого, я никогда не видел кого-то вроде тебя. Ты величайшим охотником. Ага. А мы больше поймаем. Я вас обоих обгоню. Даже попускать не надо, его уже девочка попустила до нас. Так, это ж... Где у меня кнопка, кстати, со станом? На. Стручок дикоцвета надо еще какой-то. Ну, энергии вот это вот. Сущности тратятся. На кнопочке. Хотя у меня всего две кнопки пока тратит, как будто эту сущность. А, как что у нас? Охоте, рыбу половить хочешь? Охотник. Или что хочешь ловить-то? Брысить сюда. Отлично. А что за лягушки? А, это кузнечики или не лягушки? Кто это вообще поет? Воет. Уважай других. И что по заданию нужно сделать? Поговорите с повелителем. Ладно, давай первое. Я больше не скачу с Марукай сам. Я слишком далеко. Но мои вьючные животные составляют значительную часть каравана. Ага. Пора запрягать мускинов в повозки. Понятно. Используют как пищу, как шкуру, как охотников, черти. Так, а куда я иду? Что мне здесь делать надо? Не достаю. Давай сюда. Шикарное оружие или что это? Что написано было? Шикарн. Шикарское. Шикарское. Это шикары какие-то. Как до этого дошли вообще? Да ветра шептали об интересных переменах, но я не думала, что прибытие твоего народа станет таким потрясением. Не, ну кстати, звуки идут в голову прям. Говори громче. Ты еще вернешься, уж я-то знаю. Так, а я что не доделал? Припасы не собрал? Какие припасы? Какие припасы-то? Что тебе надо? Вот здесь что-то собрать надо. Вот, да. Далеко. Надо. Почему не собрало само?
У меня автосбор стоит вроде бы. Выкладывай. Давай, выкладывай. Ремешочек дали. Это деду не надо. Ну ладно. Не надо, так не надо. Кожевничество. А, мы, кстати, животных сейчас фармить будем. Или что именно? Ну ладно, полетели. Двуножка. Ты еще поехали. Идем с нами. Нам есть о чем рассказать. Давай, рассказывай. Внимательно слушаем. Сюда лут. Мару состоит из множества кланов, обитающих на равнине. Ага, послушайте истории клана Шикар. Езжайте до первой остановки. А, я могу сразу. Властью обладают четыре из них. Тирай, Шикар, Накхут и Анил. Угу. Тирай, Шикар, Накхут и Анир — это расы, кланы какие-то. Кентавры Тирай оберегают наши традиции. Их хан Ханам Матра — культурный лидер всего племени Марук. Все ханам связаны кровным родством с нашим первым матриархом Тирой. Я слишком далеко. Кто-то запомнил что-то хоть? Я ничего не запомнил. Тиры, Макхары, Гахары. Ну и что? Клан Шикар славится могучими охотниками. Мы разбиваем лагеря по всем равнинам, выслеживая диких зверей и птиц. Так, это мы с охотниками сейчас беседуем на Рохлюбик. Делал цепочку года два назад. Но Ираси, как обычно, вовремя. Цепочком. Очень вовремя. Прям приехал. Клан Накхут пришел к власти недавно. Около века назад хан Джакан и его союзники одолели влиятельный клан Токус, заняв его место. Токус. Одолели. Битва за власть какая у них. Ну и дальше. Чё? Теперь кланом правит его сын, хан Балакар. Отец был славным правителем. Но Балакар не унаследовал ни его мудрости, ни терпения. Ну, сын дурачок, понятно. Ну, а раз сын дурачок, отец плохо, значит, все сделал. Мой клан Анир состоит из кентавров, чувствующих особую связь с божеством Анары. Она привела на драконьи острова наших основателей, Марука и Тейру. И продолжает оберегать нас и по сей день. Подожди, Анир, Шахар, вы кто? Тут разные кланы, что ли? Сышитен, Сансо, Кокир. Переводчик хана. А, это разные кланы, походу? Мистики клана Унир приходят из разных кланов. Но все мы ответили на зов Анары и посвятили себя служению ей и нашему народу. И какой-то набор разных фраз. Собирай, так сказать, пазл из всего этого дела, что говорят. У нас есть разногласия, но мы объединены традицией. У нас разные таланты и слабости, но все мы кентавры Мару. Догадливые. Что за рубиновая застава берега пробуждения? Что это такое? Вход-выход, что ли, в локацию? Это диалоги, конечно, растянули. Они могли просто ускорить повозку саму? Двуногий друг, тебе ведь не раз приходилось сражаться. Расскажи и ты что-нибудь. Опа. Нормально придумали. Двуногий, а чё, я могу и на задние лапы стать? Чё нет-то? А что это за подкол от Лизов? А, кнопочки-то нету, порассказывать, что там. Сейчас сидел с Гневионом, общался. За чашкой кофе. Вообще выбирали, сидели правителя между Абиссаном. Я рассказывал о моей первой жертве. Могучий был длиннорог. Рога у него были длиной с его ногу. Я храню один. Это хороший трофей.
Ты хранишь ногу. Ладно, тут какие-то воины собрались. Такс. Тут уже уже ничего интересного, я так понимаю, не будет. Полетели дальше до конца. Мы тут должны быть уже. Говори громче. Они уже пытаются время уже дотянуть как-то. Да я говорю, просто ускорите повозку и все. Покажите двуножки, как мы охотимся. Да что-то близы попытались что-то порассказывать и что-то уже забили. Просто ускорьте все эту повозку, чтобы быстрее было, чтобы я не сидел, не ждал вот эти диалоги по 20-30 секунд времени. Гениальности просто. Че, мне близам рассказывать как надо? Или это временно обдумать, так сказать, записать? Подождите секундочку, я записываю. Я записываю, чтобы нигде не ошибиться. Вспомнился, там какой-то фильм же был. Фильм, не фильм, какой-то шортс. По-любому был по этому делу. Смотрит на него в афиге. Что за умник. Так, что нам надо-то? Шкура Канкулара. Ты Канкулар? Ты не Канкулар. Ну и вон отсюда. Где Канкулар? Внизу? В пещере Канкулар. Ну пошли в пещеру тогда. Канкулар. Сколько КП у Канкулара? Нехило, кстати. Ого. Оп. Полетели. Ага, все, да? Я понял. Да все, все, все. Успокойся, хватит. Так делать, фрикищ. Не, ну конечно, боевка такая прикольная. В кнопочках бы не запутаться еще. Своих все, завалили Канкулара. Канкулар. Ну что это похоже вообще? Канцлаура, Канкулар. Приходит в голову только это. Канкулар. Нужно подойти поближе. Ранжа какая-то маленькая, на 25 метров. Едь так. Реально, персонаж недалеко бьет, кстати. Всего лишь ранжа 25. Это очень маленькая ранжа, на самом деле. Кстати, ой, это хорошо, что я на ходу могу покасить немножко. Здесь определенная проблемка у нас, кстати, небольшая такая. Есть определенная проблема, что нам надо захилиться сейчас быстренько. А то мобы какие-то неприятные немножко. Так, хорошо. Захилиться еще немножко. Все, завалить молодых. Аргали не слишком-то много чести, если хочешь починиться славы. Подлинный сам выбери более опасную добычу. Кого-кого? Оригалия? Более славную добычу? Кого, например? А, вот это? Сколько у него хп? 300 тысяч. Знаешь, я от такой пачки чуть не откинулся, так что ну тебя нафиг с твоими предложениями. Что-то мне геймплей разбойника немного напоминает. Такой же кусок по хп. Вот сейчас бы паладинщика какого-нибудь, знаете. Набрал огромную пачку и пошел с этой пачкой валить все живое тут. А это что-то бегать, хилиться одной моменталкой всего лишь. Как-то маловато. Побольше бы моменталок, на самом деле, сильных. А то смотри, оно прям меня кастует. Я сижу в стане 3 секунды времени. А я так-то элем, кастер. На секундочку. Мне не особо хочется получать впитывать. Дай-ка мне танка, я уже готов с любым сразиться. Так, а ну давай сюда. Хорошо. Замечательно. Вот, тут и шкуры с них нормально сыпет. Хорошо все. Это по сколько хп? По 80 тысяч. У этого было мало довольно. И с него дропнуло неплохо, на самом деле. Оп. Заряжаем дело. Бахнули. Все, и добиваем это. Моменталочками. Не упало, кстати, ничего. Ну ладно. Мамонтенка. Валим. А можно меня не кидать ничего? Спасибо. А, ну-ка можно, кстати, касты кикать. Как-то. Они мне тоже умеют касты кикать, смотрю.
Довольно неплохо. Отписай это уже. И еще надо двоих завалить. Да ладно, вдвоем. На одного меня-то вдвоем. Хитрые какие, а. Так, я бы захилился немножко. А ты как вылез со стана-то? Прик. А ну-ка. А, кнопочки не работают. Ну ладно. КДшки не отображаются нормально. Нельзя никуда залезть в интерфейсе, потыкать КДшки эти? Вообще никак, что ли? То есть мне аддон какой-то надо, или что мне там нужно поставить? Фиксация на цели. Сохранение выбора цели при щелчке по игровой территории. Это я помню. Автоматически успешное применение заклинания. Автоматическая отмена режима. Отсутствует. Автосбор добычи я поставил. Объединение сумок. Включить клавишу взаимодействия с НИП. По нажатию. Мышка, камера. Не то. Мне что надо? Мне нужно, чтобы панели команд. Отчет время восстановления. Во! Сразу эту штуку. И намного приятнее в игру становится играть. А то я что-то тыкаю, оно там восстанавливается. Непонятно. Еще вот это получерное, полунец. С непрозрачностью своей. Фиг разберешься. Так, полетели отсюда. Нормальная вещь. На лече приходится вообще дон для этого ставить. А тут все встроено. Отлично. Омника поставить себе какого-нибудь. Или кулдаун с аддон, вроде так называется. Так, это что? Что мне дали? Левую рука, да неужели? Спасибо. Ты еще вернешься. Я победила! Ура! Хорош, победа. Нет, я справился лучше. Да, ты принесла больше добычи. Непон. Она ни на что не годится. Во, нормально. Это было повыше. Ирасик забрел по пустыне в ДФ. Что по пустыне в ДФ? Задание сделаю. И все. Что не так с заданиями? Так, а мне опять его охранять надо? Да не, ребят, я вашу историю уже понял. Вы их пытаетесь растянуть. Да. Вот когда перестанете история растягивать, тогда послушаем. А так... Да. Кого на этот раз занес ветер? Что, снова? История не растягивает. На полутора лет. Так, что там дальше? Что мне сделать надо? Речной тростник. Опять меня в собиратели подали. Герой или собиратор-то, ё-моё. Дай, приди, собери. А, это с мобов падает. Ну тогда ладно. А почему я парю? Я по воде парю? Допустим, ладно. Стует меня там что-то. Полетели. Ого, дыхание. Поменяли все-таки эту вещь немножко. Молодцы. Красиво. Так, сейчас мы тут все сделаем быстренько. Здравствуйте, здравствуйте. Так. Ой-ой-ой-ой. Немного неправильно завязали, ну ладно. Тоже сойдет. Это у нас что такое? Это надо собрать. Дыхание, кстати, если навестись, не отображается по времени. Ну ладно. И фиг с ним. Так, вот этого, кстати, завалить надо. Надо бы. Хорошо. Отлично. Черепахи ничего. С этого могло упасть сердце, кстати. С этого нет. Опа. Хвостатые перья. Да ты шо? Обворуем перышки у них, а? Как идейка. Как по мне, Дев самая плохая версия Вов. Так говорили про Шел, про Дев, про Дренор, про Кату. В общем, там мнений прям миллион. Блин, зачем я это сделал? Ладно. Пофигу уже. Какой ливень? Ливень меня кастанет сейчас какой-то. А, это дебаф, наносим урон уменьшен. А, это им гадость какая. Дебафы оно вешает. Да ты что?
О, я на ходу это сейчас начал кастовать. Да ты что? На-на-на-на. Все, пошли дальше. Могу на это тыкнуть? На дикую утку. Да ладно. Что тебе не понравилось-то, а? Уточка. Они еще и станется, кстати, довольно приятно. Уточка. Отдавай хвостик свой, а? Пернатая. Кря-кря. Крякалы, блин. Дренор хоть и есть свой город. По городу ориентируешься? Не по сюжету? Так оно и есть. ДФ худшие версии. А почему вы вообще ориентируетесь? Худшее, лучшее? По каким параметрам? Очень сложно выбрать между Дренором, Шелом и ДФом, что хуже. Я поиграл на Шеле немного. На Дреноре я вообще не играл, но на Дефе пока бегаю. Ну, Шел прикольный, там был Таргаст. Как минимум. Здесь пока я не вижу ничего. Я не могу назвать Шел плохим. Наверное, потому что я не играл... Хотя, ладно, на Легионе было прикольно, но почему вы считаете, что... Шел хуже? Из-за чего именно? То есть не было силы артефакта, но были легендарки всякие. Хотя это гриндятина, на самом деле, эти легендарки. Выбор уничтожает твой. В плане выбор, что ты не можешь мультиспек попробовать нормально. Что у тебя персонаж слабый, но это так всегда, наверное. Спек слабее твой будет. Чем основной. Именно новый. Сердце Саламентеры. А ну? Давай сюда Саламентеру. А, во время нее могу позволять мне заклинание пробудитель на ходу, не действует. А-а-а. Так вот почему я на ходу начинаю спылы тыкать свои. На. Вываливай отсюда. Нафиг этот сюжет Шейл, это фарм. Фарм, фарм, еще раз фарм. Понял. На что ориентируетесь? Какие вести ты хочешь поведать? Постарайся на славу. На славу, на славу. Не, ну у меня ботинки фиолетовые прокнули. Тут как бы сори. Снова в путь? Везучий. Снова в путь. Да, на роботе каком-то пришел сюда. Укрепит твой дух. Кто это, ДХ? Эльф крови, воин. Понял. Шахара, Нир. Тут разобраться еще. А ну тебе надо вообще? Идем. Помоги разместить тотемы для ритуала. Тотемы для ритуала какого-то? Перья птиц, жители небес. Ну давай ритуал. Кровь зверя. Мультик покажешь? Готовы вывести ее изящные руки. Завершите ритуал как? Какие вести ты хочешь поведать? Тыш. Все? Буря. Надо приготовиться. Надо приготовиться. Понял, наркоманы. Фарм это для задротов. Понял. А зачем ты тогда играешь? Чтобы быстренько прийти к ключике побегать? Их точно больше, чем в деф. Прикольные моменты в Шеле. Ну, я поиграл на Шеле, было прикольно. То есть так, чисто открыть Shadowlands. Где тут Шел, кстати? Тайные земли, оно... Бастион, прикольная локация, светленькая. Малдраксус, все в говне. А, нет, это Орден... Не помню. Малдраксус или Орденвельд, все в говне было. Вендред, тоже красивая локация. Вот не знаю, какую выбрать локацию покрасивее. Ривендред или Бастион? Что красивее, так сказать? Я думаю, Ривендред красивее. Бастион, конечно, тоже... Своя фишечка. Вот Малдраксус Орден... Я не помню, кстати. Одна эльфийская локация, другая... А, ну все, понятно. Малдраксус. Все в говне. Орденвельд локация... Пойдет. Но... Мне Ривендред понравилось. Там прикольно было. Какие-то зонтики, помню, летал что-то. Пытался что-то собрать.
Деф это пару интересных боссов в рейде, а так это в основном контент ключей. Даже ключей не берут из старых дополнений. Не, ну вообще почему бы и нет, на самом деле. Почему не дать возможность людям фармить старые ключи? Не вижу в этом ничего плохого. Хотя слишком огромное разнообразие и типа бегать по ним слишком долговато будет, если честно. Типа, тебе прокает ключ фиг пойми куда, где-то в Пандарии, и ты бежишь в этот инст? Я так понимаю, правильно? Кого на этот раз? Если оно так и делается, то впадло немного. Как будто это делать со стороны ключника. Если туда телепортация есть какая-то, это да, это прикольно. Если без телепортации бежать топать, а что на полкилометра, полжизни, то это, конечно, не особо уже. Такс. Доберитесь до Мрока. Там сейчас тепки есть во все дополнения. Тепки. Сразу в инст, или там хотя бы есть полетка. Если полетка есть, то еще ладно. Если полетка в легионе каком-нибудь не будет доступна, то это фигово, конечно. Оп, прилетели до места встречи. Ага, вот она. Так, Марукай. Ох, нифига себе тут квестов, конечно, а. Кентавры из клана Накхут весьма вспыльчивые. Дамуль, сопроводи к ним нашего друга. Так, я конечно. Бы отошел бы, перерывчик бы сделал. Сперва за тобой присматривать, а теперь и с Накхудами знакомить. Да-да, с Накхудами. Ты выводишь меня...